Султаном. Султанша. Синан, ты пришел сюда? Пришел под предлогом проверки темниц. У меня нет много времени. А что ты пришел сказать? Байезет, моего сына больше нет. Больше не осталось никакого смысла. Война окончена. Не закончилась, султанша. И продолжается до тех пор, пока мы не отомстим за Шехзаде. Мы потребуем ответа и у Кюсэм Султан, и у Султана Мурата. Они понесут наказание. И в тот день вы хоть немного обретете покой. И, может быть, тот покой станет счастьем для нас двоих. Я хочу распороть их кишки, это правда. Если даже выпью их кровь, мое сердце не остынет. Но я потеряла свое счастье, Паша. Вместе с моей надеждой оно зарыто под землю. Я не могу видеть вас здесь. Я вытащу вас отсюда. Забудь обо мне, Паша. Если сможешь, поменяй могилу моего сына. Он Шехзаде и должен быть захоронен рядом с отцом, как подобает. Султан Мурат, я слышала, ты вернулся с большим успехом. Стражники сказали, что ты организовал празднество, чтобы отпраздновать свою великую победу. А ведь мы оба знаем, что ты это сделал, чтобы заглушить свою совесть. Очень сложно возвращаться, будучи убийцей брата. Верно. Ты бы хотела, чтобы твой сын вернулся брат-убийцей. Не так ли? Ты больше, чем брат, Мурат. Например, ты тиран. Деспот. И при таких обстоятельствах твое убийство было восторжествованием справедливости, а не изменой. Нам нужно поговорить с тобой. Дай догадаюсь. Ты хочешь знать, кто тот паша, работающий на меня? Кто? А почему тебя это так интересует? Моего Шехзаде больше нет. И не я, не Паша, который тебя так интересует. Не представляем для тебя опасности. Но я не могу сказать того же про твою Валиде. Она избавилась от Байзета. Открыла путь перед Касымом. Теперь она на шаг ближе к твоему трону. Стража. И что ты сделаешь? Убьешь меня? Не останавливайся. Я и так уже мертва.
Зачем мне убивать тебя, Гюльбахар? Смерть — избавление для тебя. Ты будешь жить здесь. Будешь страдать в этой темнице. Будешь. Не забывай о сыне. Ты виновна в его смерти. И эта правда будет гореть в сердце, как тысяча свечей. Поверь мне, ни один даже не погаснет. Ни один. Запомни. Подожди. Я скажу тебе, кто этот Паша. Но взамен у меня есть одно условие. Говори. Баезет. Его похоронили как сироту в пустынном месте. Забери его оттуда. Увези к могиле отца, султана Ахмета. Пусть его там похоронят.